Плохо дело, Тики. Если выяснится, что я Леди Баг, это будет конец всему. Мы должны остановить его. Тики, давай! Баг, когти! Так. Что тут у нас? Почему бы тебе не сбросить маску, дорогая, и рассказать нам все? Я уверен, что у тебя есть очень много грязных секретов и тайн, которые так и ждут, чтобы их вытащили на свет. Начнем же акт очищения. Слишком много грязных приемчиков для парня, который так много говорит о чистоте. Не находишь, Леди Баг? Думаю, пора бы прочистить его самого. Леди Баг и Кот Нуар, наконец-то, я так ждал вас. Ваши секреты станут настоящим украшением моего грандиозного шоу. Ага, и тебе привет, дурилка. Скажи, зачем ты это делаешь? Это же неправильно. Нельзя заставлять людей рассказывать их тайны, тем более всем подряд. Такие вещи делаются только добровольно и искренне. Зачем я это делаю? Из-за одного обещания. Обещание танца, обернувшегося грязной и подлой ложью, разбившей мое сердце на миллионы осколков. И я поклялся не допустить подобного. Никто не сможет больше солгать. Ослепительный свет правды поможет мне уничтожить все тайны. Смотри, не ослепни от своего сияния. Чистюля. Продолжение, думаю, будет недели через две, не раньше. А на сайт я продолжаю выкладывать комикс «Нарушенное обещание». Всем читать, ссылка в описании. Спасибо, что смотрите. Пока.